Привет. Я не могу говорить, потому что она сейчас улетит оттуда. Машина ее спугнула. Она так близко вот здесь вот около меня крутилась, вот здесь вот даже сейчас, вот здесь вот, очень близко от меня. Я наблюдала за ней, но машина ее спугнула, когда я начала уже снимать. Она вот под тем кустом где-то вот здесь вот, вот где ветка что ли шевелится, что-то закопала, по-моему. Что-то у него во рту желтое было. Ну ладно, пока.